И вот данные последних минут. Правительство внесло в Госдуму проект закона о бюджете на 2016 год. Он существенно отличается от аналогичного трехлетнего документа, принятого в 2014. Так отменяется действие бюджетного правила, по которому максимальный уровень расходов определяли, ориентируясь на среднюю цену нефти за последние 3 года. В базовом варианте главный финансовый документ основан на следующих прогнозах. Инфляция с 2016 по 2018 годы составит чуть менее 6,5%. Среднегодовая цена на нефть $50. Средний курс рубля для следующего года ожидается на уровне 63 рублей 30 копеек.